Медитация 298. Ритм тела. Очень важно понять ритм своего тела. Его нельзя изменить. У каждого он устанавливается в момент рождения. Наблюдайте свой ритм. Если вам хочется ложиться спать рано, ложитесь рано и рано вставайте по утрам. И как только вы установите, какой распорядок вам подходит, лучше следовать ему регулярно. Если получается, следуйте порядку регулярно. Если когда-нибудь не получится, ничего страшного, но не допускайте, чтобы отклонение входило в норму. Сейчас в этой области проводится много исследований. Кажется, изменить ритм тела невозможно. Программа заложена в тело на клеточном уровне. Например, некоторые птицы засыпают, когда садится солнце. Один раз таких птиц поместили в искусственные помещения и попытались обмануть, когда снаружи была ночь. В помещениях было светло. А когда снаружи был день, в помещениях была ночь. Птицы оставались в этих условиях много месяцев. Они стали невротичными, стали убивать себя, убивать друг друга, но изменить ритм тела не удалось. Они спали, пока в помещении был день, и просыпались в темноте. И, конечно, птицам было странно не спать ночью. Им было не по себе, им становилось жутко, и это стало сказываться на их организме. Таким образом, просто следуйте своему ритму.